Тише, 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 там машина. Притормози чуть-чуть, дай ей проехать. А теперь пошли. Все, больше ничего не требуется. Не спеши, дистанцию соблюдай. За регулируемым пешеходным переходом в левый ряд поедем. И мы обращаем, что тут такая пачка автомобилистов. Автомобилей много. Полос для движения мало. Мы едем спокойно. У нас задача проехать пешеходный переход. Пока мы не проедем пешеходный переход, мы вообще не думаем, а как мы будем перестраиваться, а что мы будем делать. Едем все спокойно. Обращаем внимание, что автобус, отходит он от остановки или нет. Он стоит, у него еще двери открыты. Включаем левый поворотник, смотрим в зеркало. Там нас никто не пропускает. Никто не пропускает, но нам никто и не мешает. Мы, значит, можем тихонько. Тихо, а если сейчас голубенькая резко остановится? А если бы он остановился? Так-то хорошо зашла. Мы никому не трогали, никому не мешали. А если бы только голубенькая бы эта машинка синенькая, какая она там, остановилась бы резко, и ты в этот момент рулем на нее давишь. Понимаешь? Да. Вот как так, они. Так нельзя делать. О! Вот как они, я же говорю, да. ДТП. Вот и сразу пример из жизни.